Лучше не оставлять ничего. Автомобильные воры все чаще используют код грабера, электронные устройства для вскрытия автомобилей. Сигнализация не срабатывает, а вещи из салона машины или само транспортное средство становятся добычей злоумышленников. Как не остаться без колес, знает Дмитрий Ковалев. Ни звукового сигнала, ни вибрации на брелоке. О том, что его машину угнали, Александр Харевский узнал только спустя час после преступления. Вышел на улицу и не увидел свою «Ладу» на привычном месте. Позже удалось установить. «Приору» угнали с помощью код-грабера – устройства, которое считывает код сигнализации. Двери автомобиля разблокировали и завели двигатель. Брелок сигнализации даже не пикнул. Угонщиков ищут до сих пор. Машин тут постоянно много ставят. Я вот себе место тут как постоянно одно и то же место ставлю. То есть вообще никогда ничего, ни угонов, ничего, ну не шоркали даже. Ничего не было такого. Вот первый раз вот с таким столкнулись. Машины в Омске с помощью таких приборов угоняют нечасто. Обычно преступники используют код-грабберы для вскрытия автомобиля. Воруют деньги, сотовые телефоны, сумки, все, что оставили в салоне. Мелкими такие кражи назвать нельзя. За год в полицию обратились 64 человека, а ущерб превысил 2 миллиона 600 тысяч рублей. Мошенники любыми способами добиваются, чтобы водитель на несколько минут отошел от машины. Прокалывают колеса, отламывают дворники, загибают зеркала заднего вида. Самые распространенные способы – это когда в утреннее время владелец автомобиля обметает от снега автомобиль, сам автомобиль поставил на прогрев, и в это время преступники блокируют сигнализацию, тем самым, ну, закрывая двери автомобиля, тем самым вынуждая владельца покинуть место автомобиля, то есть пойти за дополнительными ключами. Во время его отсутствия совершают кражу из автомобиля. Взламывают автомобильные воры почти все виды сигнализации. Вскрывают машины чаще всего на стоянках, у детских садиков или торговых центров. Для стопроцентной защиты автомобиля необходима сложная охранная система. Но и заплатить за нее придется больше. На разные автомобили подойдут, соответственно, как бы есть разная сигнализация. Все зависит от характеристики автомобиля. Самый бюджетный вариант сигнализации это будет плясать от 6-7 тысяч. Это самый бюджетный вариант. Соответственно, как бы выше это модели более интереснее, богатые своими сервисными функциями и дополнительными блокировками. Впрочем, даже самые дорогие охранные системы не гарантируют полную защиту и способны только предупредить о вскрытии автомобиля. Поэтому полицейские советуют в любом случае надолго не оставлять машину без присмотра. Дмитрий Ковалев, Константин Демиденко, Дмитрий Головко. Новости здесь, Омск.